власть уже год. Вы не сделали ничего. Человек вам сказал, что вы сделали для людей? Люди нищие стали. Людям не на что купить хлеба. Людям не на что заплатить коммунальные платежи. Если сейчас вы говорите про газ. Это истерика, не волнуйтесь. Все хорошо. Все хорошо, да. Не волнуйтесь. Спокойно. Перед тем, как идти сюда, я смотрел Совбез ООН. Кто знает, то сегодня был Совбез. Так вот там были потрясающие слова одного из международных представителей, я не помню кого, который сказал: господа, хватит говорить о том, это, кстати, сказали не представители Украины, то ли Америка, то ли Британия. Господа, хватит говорить о том, что Россия ни при чем. Оружие, которым уничтожают сейчас граждан Украины, откуда-то взялось, и оно российское оружие. Поэтому международное сообщество уже признало: Россия страна, которая проводит эскалацию. Давайте не заговаривать. Что прошло за год? Что произошло? Что произошло? Вы разрушили страну, а мы пытаемся ее склеить. Свободная страна. Все.